Айдана Стамова – жительница столицы. Более месяца она на дому пыталась вылечить дочь от гриппа. Однако все усилия были тщетны. Уже после усилившегося кашля ее дочь была госпитализирована в инфекционную больницу. Вначале у нас протекал, вообще болезнь протекала как грипп. Обычная простуда, думали, но за какие-то короткие сроки этот грипп как-то перешел в пневмонию. Сейчас нас госпитализируют. Состояние ребенка, можно сказать, стабильное, но температура никак не падает. Получаем лечение. Если раньше в республиканскую инфекционную больницу ежедневно обращались более 200 больных, то сейчас их количество увеличилось в два раза. В настоящее время в медучреждение ежедневно обращается около 350-400 человек с различными инфекционными заболеваниями. Почти все пациенты – это больные с острой респираторной вирусной инфекцией. К нам приходят тяжелые формы. Мы госпитализируем в основном среднетяжелых и тяжелых форм. Но по ущениям температуры высокой до 40 температуры приходят и с судорожным синдромом. И тошноты, иногда бывает рвота даже. Из-за большого количества больных в республиканской инфекционной больнице всего 500 коек уже заняты. В этой связи было подготовлено 140 дополнительных мест. В коридорах уже расставляют койки для своевременного оказания медицинской помощи. Если за сутки выписывают 100 пациентов, то на их место принимают других пациентов. В больнице 17 отделений. В 14 из них получают лечение пациенты с острыми респираторными заболеваниями. 90% получающих лечение – дети до 14 лет. В их числе есть и годовалая дочь Айзат Мухтарбеккызы. Ее ребенка госпитализировали больше недели назад. Температура 38,5. У моей дочери температура поднялась до 38 градусов. Сейчас хорошо нам удалось сбить температуру. Ребенок постоянно кашлял, из-за чего у нее наблюдались покраснения в горле. Неделю мы пытались вылечиться дома, но все безрезультатно. Прописанные таблетки не давали эффекта, после чего нас уже госпитализировали. Из-за большого количества больных в центрах семейной медицины наблюдается большая очередь. ЦСМ номер один – одна из крупнейших поликлиник столицы. Здесь официально зарегистрировано 153 тысячи граждан. В этой связи каждому врачу выстраивается длинная очередь. Из-за большого наплыва пациентов медики принимают больных до 9 часов вечера. Кроме этого, созданы условия для получения медицинской помощи в дневных стационарах. Демалыш күндері дағы, 6-7 ұшу демалыш күндері дағы, саат 6. Наши сотрудники по субботам работают до 6 вечера, а в воскресенье до 14:00. Во многих медучреждениях наблюдается большой наплыв пациентов. Особо стоит отметить, что мы ведем разъяснительную работу с нашими пациентами. Мы объясняем гражданам, что в первую очередь при возникновении симптомов необходимо обратиться в центр семейной медицины. И если больной не выздоровеет, то согласно назначению врача он будет госпитализирован. Увеличение числа пациентов отмечают и сотрудники детской клинической больницы номер 3. В особенности много больных в тяжелом состоянии. Из-за этого в медучреждении были закрыты некоторые отделы, куда перевели пациентов с острыми респираторными заболеваниями. Азыркы моменты ушел жерде тургандар только ушел оорулар келет. Респираторлук оорулардын бардыгы ушул жерге келет. Андан башка. Как вы видите, у нас здесь пациентов много, но это еще не час пик. В самый разгар здесь даже пройти невозможно. В этом отделении получают лечение только пациенты с различными респираторными заболеваниями. Мы обратились в Минздрав, чтобы к нам дополнительно направили педиатров, поскольку наши сотрудники уже не справляются с таким большим потоком пациентов. Медучреждение с внезапным визитом посетила министр здравоохранения Гульнара Батырова. Она ознакомилась с состоянием пациентов и условиями лечения. По данным Минздрава, за последнюю неделю число больных гриппом в стране увеличилось в полтора раза. В ведомстве сообщили, что в настоящее время по всей стране около 14 тысяч человек болеют острой респираторной вирусной инфекцией. По словам Гульнары Батыровой, количество больных уменьшилось по сравнению с предыдущим периодом. Сегодня жители, говоря о своих симптомах, утверждают, что это свиной грипп, но я хочу сказать, что это не так. Я бы призвала граждан не поддаваться панике.
Это сезонное ОРВИ. В этот раз больные температурят в течение недели. В этом году мы регистрируем ОРВИ группы А и Б. Мы еще в сентябре проводили разъяснительную работу среди населения. Призывали граждан соблюдать дистанцию и масочный режим. Сегодня лекарства в стране имеются в достаточном количестве. В связи с высоким уровнем инфекционных заболеваний в стране на основании обращения Минздрава в Министерстве образования и науки было принято решение закрыть все школы на карантин до 24 декабря. По словам специалистов, в случае выхода соответствующего приказа Минздрава, карантин в школах может быть продлен. Чтобы избежать заражения респираторными заболеваниями, медики призывают граждан следить за чистотой рук, соблюдать масочный режим на улице и в общественных местах. По мнению специалистов, такие простые методы помогут избежать болезни и остановить распространение вируса. Также врачи рекомендуют включить в рацион питания больше фруктов и овощей и употреблять больше жидкости. Кундуз Кадатаева, Чингиз Джумагулов, Фалату 24.